На таджикско-кыргызской границе произошел вооруженный конфликт. Двое таджикистанцев тяжело ранены. В Джамаате Чаркух из Фаринского района на таджикско-киргизской границе сегодня вечером произошел пограничный конфликт, сообщает пресс-служба пограничных войск Таджикистана. Отмечается, что конфликт произошел примерно в 18,00 в пограничном местечке Кумазор. Причиной конфликта является произвольное присвоение 4 гектара земли гражданами Республики Кыргызстан. Эти земли по нормативно-правовым актам принадлежат Таджикистану. Пограничники Кыргызстана вместо урегулирования конфликта выступили в качестве провокаторов и открыли огонь в сторону безоружных жителей Таджикистана. В результате граждане Фазлидин Фазилов, 1983 года рождения, и Айомедин Шарипов, 1971 года рождения, получили тяжелые ранения, сообщает погранслужба Таджикистана. Отмечается, что в результате проведения двусторонних мер эскалация конфликта была предотвращена. Ведутся переговоры между пограничниками и представителями двух стран для полной стабилизации ситуации. В мэрии Сфары Азии Плюс сообщили, что группа кыргызстанцев хотела посеять кукурузу на таджикских землях. Граждане Кыргызстана, проживающие в Махале Чекбаткенского района, произвольно и преднамеренно зашли на поле в Махале Кумазор Джамаата Чаркух и хотели посеять кукурузу на площади 4 гектара земли, которой принадлежит РТ. Это вызвало недовольство таджикских жителей, и они выступили против. Но жители Баткенского района проигнорировали их требования и начали конфликт. Между жителями двух приграничных районов разразилась словесная ссора, которая превратилась в инцидент с бросанием камней. В результате житель Джамаата Чаркух Айомедин Шаропов был серьезно ранен и доставлен в городскую больницу. Второй гражданин Таджикистана получил ранение из охотничьего ружья. Выстрел был осуществлен со стороны жителей Кыргызстана под защитой кыргызских пограничников. Сообщил Азии Плюс пресс-секретарь председателя города Исфара Икбол Тишаев. Он отметил, что мэр Исфары Акрам Сулайманзода и сотрудники правоохранительных органов города в настоящее время ведут переговоры со своими кыргызскими коллегами. Тем временем, 24. КГ со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана сообщает, что конфликт возник из-за вопроса использования 50 соток земли в местности Чекбаткенской области. Данный участок является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники ПВКОНП Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана, сообщает 24. КГ со ссылкой на погранслужбу КР. Издание отмечает, что в ходе перестрелки получили ранения различной степени трое военнослужащих ГПС КР, которым оказывается необходимая медицинская помощь. На таджикском